Всем привет, друзья! С вами канал ДТВ. Сегодня будем вскрывать этот шарик и еще два маленьких шарика. Вот, эта поделка стоит 250 рублей. Вот сейчас будем его вскрывать. Вот тут у нас эта там штука. 7 слоев, там все видим, все такое. Ой. Это шарик. Ой-ой. И снимаем первый слой. Как-то трудно это поделка. Так, вот у нас подсказка. Очень странно, почему мне все время именно такая подсказка попадается. Так, давайте следующий слой. Так, смотри. О, получается. И у нас тут гнездо. Это от малышей. Так. Снимаем. Тут у нас ничего. Так. Открываем нашу поделочку. Вот это у нас. И у нас вот идет такой вот вкладыш. Так. Идет у нас тут еще такая голова. Сила. И это у нас тут такие. Ну это все. И втыкнется. О, втыкнулась. Эти ботиночки. Штуки. Так. Второй ботиночек. Тут у нас такая бутылочка. О, еще смотрите, что это у нас. Вроде бы нормально. Что у нее? То, что у нее складывается. То, что у нее плохое качество. Ну да. Ну да. И это моя вторая кошка. Оставшись. Я еще купила еще два таких шарика. Мама! Только Мама! Один, который большая куколка, я уже это распаковала. Вот, и другую тоже распаковала, ну, без видео. Вот, тут у нас эти две котелочки. Котик. То есть это котик и малыш. Так, начнем с котика. На где-то 200 Мама! Мама! Так, Мама! Сейчас снимаем слой. Давай чуть-чуть. Так, тут у нас ничего нету. Так, давайте этот слой снимаем слой, который ничем не снимет. Так. У нас опять ничего нету. Так. Еще последний слой. Это трудно очень, это поделочка. Все поделки такие. Вот у нас можно.
Вообще даже ножницами не получается. Что это такое? Мама! Так. О, получается вот. Здесь. Тут у нас опять ничего нет. Давайте сейчас как раскрываем и раздуем. Эй! Ой! Смеется. И у нас такая поделочка. У нее это не сжимается никак. Такое платье и такое тело. Такое. Личное тело. Ну, оно подвижное. Ника, пластиковое тело. Пластиковое голова. Тело. Голова. Кривой рот. Жуть. Да. И у нее не втыкается вообще. Не вставляется, Доминика, голова в тело. Не вставляется. Тут у нас еще такое платье идет. Так, давайте померим. Померим платье. И не получается. Голова в итоге не вставилась в тело. Вот так вот у нас получилось. Давайте теперь распакуем вот это. Малышку. Тут у нас 5 сюрпризиков. Так, второй слой. У нас тут голубой шарик. О, у нас тут подсказка. Кого это ли? Смотрим. Так, давайте начнем с этого. Так. Тут у нас бутылочка. Бутылочка вроде бы нормальная. Так. Тут у нас кладыш такой. Получается, в желтом шарике не было ни вкладыша, ничего, да? Мне еще не попадалась малышка с такой прической. Так, наше видео уже подошло к концу. Всем пока-пока!